А вы, основное масло, никогда не будете хорошими адвокатами. Почему? Потому что хороший адвокат, в вашем понимании, это человек, который знает закон, имеет опыт. Как говорит Добровинский, в данном случае я на него ссылаюсь, лучше компьютера закон никто не знает. Вот именно. Понимаете? Поэтому знание закона не обязательное. Надо уметь ориентироваться в законе. Надо его поворачивать в свои интересы. Кстати говоря, вот Добровинский это умеет. Тут, ну, честно, если говорить, молодец. Слов нет.